В Ямбурге прошла встреча руководства и цеховой профсоюзной организации управления по эксплуатации вахтовых поселков с коллективом подразделения. Вопросы порой перерастали в жаркие дискуссии. В спорах рождали истину, но в большинстве случаев ответы звучали по-деловому, четко и сразу. Тематика разная. Рациональное использование праздничных дней, выработка годовой нормы часов, начисление выплат в случае, если вахтовика направляют из Ямбурга в Новый Уренгой. На все вопросы мы постарались ответить. Некоторые вопросы требуют дальнейшей проработки, и мы будем прорабатывать и доведем коллективу ответы на эти вопросы. И, на мой взгляд, эти встречи очень важны и очень нужны как для работодателя, так и непосредственно для работников. На встрече звучали вопросы бытовой направленности, организации медицинских осмотров и реабилитационного лечения. Сотрудники ОВП, например, просили рассмотреть возможность централизованного хранения велосипедов и закупки медико-санитарной частью современного оборудования для безболезненного прохождения процедуры гастроскопии. Ответы руководства на вопросы коллектива выслушал корреспондент Ямбург ТВ Юрий Григорь.